Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я покажу вам кадры, которые прислали наши подписчики. Эти фото и видео доказывают, что символика иллюминатов уже повсюду. Благодарим всех за предоставленную информацию. Star Life TV, для вас видео Украина, Одесса. Вот такая кафешка. Сеть кафе. И символика иллюминатов. Вот такая вот символика. Символика глаз, Нижний Новгород. Звезды сатаны. Всем доброго времени суток. Посмотрите, какая красота у нас стоит в городе Южно-Сахалинске. О, прямо напротив дома правительства. Замечательная елочка. Украшение очень напоминает гробики. Ну, про спиральки я даже говорить не буду. Вот такая красота. А что творилось на открытии этой елочки? Будет возможность, приложу фотографии. Фото с открытия. Согласно сюжету, действие происходит в будущем, где в государстве под запретом веселье, смех и праздники, а Дед Мороз мотает срок в местной тюрьме. А это билборд реклама 60 зоомагазинов по всей Словакии. Вот даже песик глазик прикрыл. Делюсь своим наблюдением. Алтайский край, город Белокуриха, санаторий Белокуриха. Обратите внимание на логотип, то есть нельзя было сделать горы символом. Букву Б, медведя в конце концов, реку, сделали 666 в пирамиде. Это Польша, лось мануфактура, который управлял по истории еврей. Масонский орден ВКонтакте. Все в открытом доступе. Символика иллюминатов повсюду. Вот, например, глаз на упаковке от клеевого пистолета. Один, второй. На салфетках. На клейкой ленте. Вот такая вот упаковка влажных салфеток. Закладка компании «Лабиринт» с глазом и с пальцами, сложенными в три шестерки. Сердце, закрученное в спираль. В спиральке на детской игре. Одежда компании «S. Oliver». Тут буква «O» закрученная в спираль. Колесо для хомяка. Наклейки. А это кружка компании Disney совместно с фирмой Brita. Сама эмблема Disney содержит в себе три шестерки. И компания Brita выпускает продукцию со множеством шестерок и спиралей. Детская настольная игра. С пиццей, с шахматной доской. И вот тут мальчик с закрытым глазом. И пальцами, сложенными в три шестерки. Вчера мы с семьей были в развлекательном центре в Москве, который называется «Остров мечты», и там некоторые рисунки для меня были странными. Вот случайно ехала в машине, и тут перед глазами такое. Украина, Киев. Вот такие вот, ребята, дела. Масонская символика. Комплектация образовательных учреждений под ключ. Ректор. Циркуль и наугольник.
Приветствуем канал Starlife TV и зрителей. Вот мы в книжном магазине, в детском отделе. Смотрите, на картоне что. А вот рюкзачки детские. Посмотрите, пожалуйста. Детские рюкзачки. Шоколадка Милка. Пирамидка. Переворачиваем. 33. Как в CNN. Ну что это за буква? Разве это М так начинается? Как? Учебник по ОБЖ 9 класс Смирнов Хренников. Мы открываем 69-ю страницу. Нас встречает вот это вот. И на форзацах учебника у нас нарисовано вот это. И в начале, и в конце. Здравствуйте, дорогой канал Starlife TV. Вот такие вещи нашли у себя дома, то есть попались на глаза. Просто ужас. У нас в городе поставили елку с перевернутым крестом звездой Иисуса. Еще также в нашем городе, Армавире, делают такие татуировки. Я, мягко говоря, в шоке. Это же популярный детский канал. Повсюду этот глаз и треугольники. Эмблема Ростовского государственного театра кукол имени Белкова. Очень символично, учитывая, что их работа ориентирована на детей. Сегодня увидела в магазине кофе. Здравствуйте, Starlife TV. Вот нашла на бутылочке из-под сгущенки вот такую вот символику масонов. Это циркуль. Здравия, дорогое Starlife TV, пишу вам из Норвегии, так как неделю назад увидела на своей улице баннер с рекламой вазы в качестве лучшего подарка на Рождество. Нашла этот баннер в интернете. И дизайнера, который, как я понимаю, известен со своими творениями по всему миру, Джонатан Адлер. Приложу фото, предметы интерьера, какие-то карты для тренировки памяти с соответствующей символикой и прочее. Символика на хлебе, пирамида масонов, всевидящее око, маленький город, владелец богатый человек, не знаю, в одной ли он шайке с ними. Если у вас есть информация, которой вы хотели бы поделиться, присылайте ее нам на почту. Адрес вы найдете в описании. Мы с удовольствием опубликуем ваши материалы в рубрике «Видео от подписчиков». Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки,